Доехали до Свёртка на деревянное озеро. Очевидно, оно называется деревянным, потому что вот такие деревянные мосты. Можете посмотреть фото в интернете, деревянное озеро. Я думал, может, какие-то деревья, там много деревьев, как озеро Кульсай. Там же есть такие, как бы замерзшие во времени деревья. Не замерзшие, а просто березы в воде. На самом деле, это просто озеро в камышах. И вот дорога такая, естественно, наши приоры мы не будем рисковать. Нам не хватает приключений. Поехали мы домой, однако. Мы и так все сделали, все подвиги совершили сегодня. Температуру плюс 11 мы ощутили после минус 25. И поэтому, извините, мы не поедем. Посмотрите в интернете. Простое камышовое озеро и деревянное называется чисто потому, что вот эти деревья вокруг должны расти, но они не растут там, там просто камыши. И по дороге, возможно, болото. Дорога, как видите, уже развезло ее. Если была бы она сухая, может, мы рискнули бы, но по такой, простите нас, товарищи, кто нас смотрит. Извините нас за все. Все, что смогли. Фильм посмотрите. Военный. Все, что смогли. Все, что могу.